Добрый день. Вот мы здесь с Серёгой Вороном из России, многократный призер чемпионата Европы, чемпионата России, чемпиона России и этапов гран-при и так дальше. Серёжа, чай или кофе? Кофе. Почему кофе? Объясню. Во-первых, когда с утра просыпаешься и едешь на тренировку, нужно быть в хорошем настроении, а оно бывает не всегда. Бывает усталость или что-то. Когда ты выпиваешь кофе, у меня настроение поднимается. Хорошо, второй вопрос. Кошка или собака? Идите, я думаю, что сейчас очень внимательно слушают. Ну давайте кошка. Почему? Наверное, кошки по своему поведению, они очень такие самобытные, и в принципе, если собака, она преданная, то семейство кошачьих, они более такие самостоятельные. В этом что-то есть. Ну, вот мне это как-то близко. А у тебя есть кошка? Да, но живет, слава богу, не у меня. Третий вопрос. Сам готовить или в ресторан ходить? Лучше сходить все-таки в ресторан. Почему? Ну, потому что я не могу сказать, мне не нравится готовить, я не испытываю от этого какого-то кулинарного вдохновения, наверное, не знаю. Но если только девушка будет готовить. Тогда другое дело, да? Сейчас очень серьезный вопрос такой. Деньги скопить или тратить? Сначала скопить, потом потратить, а потом снова скопить. Ну, тут, мне кажется, такой процесс, на самом деле, нельзя постоянно копить, нужно и тратить, и отдавать людям, чтобы тебе возвращалось. И, как мне кажется, я люблю настолько мне нравится копить, но настолько мне нравится тратить, потому что даже не сколько на себя, а, как мне кажется, кому-то доставлять удовольствие. И когда человек получает от этого такое... Ну, не знаю, ему приятно, ты совершенно другие эмоции получаешь. И последний вопрос. Как в отпуск поехать? На море или в отпуск? Ну, наверное, что-то лучше выбрать море, и чтобы полчаса, и ты был в горах. Все-таки немножко, наверное, такой еврейский ответ, так скажем, но абсолютно хочется и то, и то. Я не могу сказать, что мне больше нравится. Хочется и купаться, и в то же время в доступности, чтобы были горы, потому что это красиво, это источник вдохновения. Спасибо, Сережа, и удачи тебе в новом сезоне. Спасибо.